Давай, это отевский. Поехали на маленький. О, тоже Щелзе. Это Щелзе или Мел, по-моему. Блин, сейчас. Блин. Все, иду домой сейчас, давай. Я далеко, недалеко, а возле динамита. Давай. Давай, давай, давай. Не, лучше не открывай, а то застрянем еще. Ну да, может остановиться, но изнутри он навсегда не застрянет. Снаружи можно сделать, да, заблокируется действительно, может такое случиться. И залазить в машинное помещение только надо, чтобы его сделать. Стекло покажи это. Какое стекло? Вот, вот так. Я уже показал только что. Можно я скажу, то есть как мой канал называется? Как? Steam and Life YouTuber. Привет, ребята. Я тебе писал. Грузовой тут звучный очень, я да. Слышал. Смотри, пойдем посмотрим крышу, это открыто. Смотри, она не открыта. Здесь открыто, то есть ключи от входа на крышу находятся на охране. На охране. Слушай, можешь сейчас на пассажирском уехать, я вызову грузовой. А на какой? На первый. Первый? Угу. О, загорелось. На первый, да? Ну да. А если он меня не выдержит? Выдержит. В чем? А ты сколько килограмм весишь? Я, примерно 36-37. Ты, в общем, если лифт закроется когда-то, подпрыгни вот немножко вот так. Нет, вот. Давай лучше, давай. Вот. Просто плохо нажал. Эту кнопку тоже одновременно, как понимаю, заменили, как это табло. Да. Тоже раньше обычный был. Да.